Добрый день. Прежде чем объяснить вам, что делать при тех болезнях, которые видите в названии видео, я хотел бы задать вам один простой вопрос. Вы себе повара, который научит варить украинский борщ, будете искать по зловонию, которое распространяет гнилое мясо или подгоревшие овощи? Или все-таки по тому тонкому аромату, который идет из этого полезного и здорового блюда? Именно поэтому, когда вы видите публикации, в которых написано витилиго – неизлечимо, псориаз – неизлечим, тромбоцитопения – неизлечимо, сахарный диабет второго типа – неизлечим, темные круги под глазами – можно только маскировать, никогда не вылечите, вы должны понимать, что авторы этих публикаций не умеют, они еще пока не научились лечить эти заболевания. Поэтому они говорят, что они неизлечимы. Я же хорошо знаю работу печени. И понимаю, что от работы печени, метаболического мозга вашего организма, зависит, ну, фактически, большинство из известных сегодня заболеваний. Поэтому, когда нарушается пигментная функция печени, она не может поставить все нужное для выработки защитного пигмента меланина, появляется лечение витилиго. Когда печень не может полноценно очищать кровь, нарушена дезинтоксикационная функция печени, токсины болтаются в крови. Если они связываются с тромбоцитами, появляется аутоиммунное заболевание под названием тромбоцитопения. Если они связываются с эритроцитами, развивается анемия. Если эти токсины разносятся с кровью, к клеткам попадают к щитовидной железе, появляется узловой токсический зоб или аутоиммунный тиреоидит. Те же токсины попадают в гинекологию, появляется киста яичника, если системно поликистоз яичников и следствие женское бесплодие. Когда те же токсины попадают к надпочникам, снижается функция надпочников, падает давление и появляется лечение веетососудистой дистонии по гипотоническому типу, которые внешне видно темными кругами под глазами. Когда токсины пытаются выделиться через кожу, через сальные железы, ну они забиваются, не могут выделить столько токсинов, сколько может выделить печень, появляется лечение углевой сыпи. Когда рядом расположены потовые железы пытаются очистить от других токсинов кровь, появляется псориаз. Когда нервная система работает неправильно, нарушается работа печени, появляется нейродермит. И обостряется, кстати, большинство из перечисленных заболеваний. Потому что они зависят от хорошей работы печени. Хорошо, когда она работает с громадным запасом. А если запас вот такой вот? Чуть стресс подавил, все, проблема появилась. Тут же. И вы начинаете лечить проблему. А вы не восстанавливаете работу печени. Я же знаю, как восстановить работу вашей печени. И избавить вас от всех этих и других вышеперечисленных заболеваний. Ну, например, лечение тромбоцитопении. Три недели всего нужно для этого. Для того, чтобы хорошо очистить вашу кровь. А нормальный костный мозг выработал новые тромбоциты и все. И лечение закончилось. Правда, потом вам придется поддерживать работу печени, чтобы болезнь не вернулась. Но вы находитесь в состоянии здоровья и, самое главное, безопасности. Для того, чтобы вывести вас из сахарного диабета второго типа, нужно от 2 до 4 месяцев. Всего. Потому что пока печень не будет накапливать весь гликоген, то есть сахар с пищи, который попал в кровь, не переработает гликоген, он будет стоять в крови. И вас будут лечить от несуществующего диагноза. А на самом деле у вас, скорее всего, есть жировой гепатоз или статогепатит, при которых функция печени нарушена и не может она накопить все нужное количество гликогена в своих клетках. Поэтому, если вы хотите и понимаете, и верите тем публикациям, что неизлечимы эти болезни, да, не вопрос. Кто-то, видите, уже не поверил, кто-то уже звонит. Вот. Я думаю, что следующий звонок может быть и вам. Поэтому, если вы хотите эффективно полечить эти болезни, контакты вы видите, звоните, обращайтесь.